Sigma Action 165 3D. Напольный штатив из алюминиевого сплава. Устройство поставляется в фирменной картонной коробке и комплектуется транспортировочным чехлом с удобной ручкой для наплечной переноски. Внутри чехла сама тренога, о которой мы поговорим далее. Штатив Hama Action изготовлен из алюминиевого сплава и весит чуть менее 1,5 кг. При этом максимальный вес съемочного оборудования может достигать 4 кг. Все соединения деталей резьбовые, что добавляет устройству надежности и позволяет быстро менять составляющие. Сверху расположена трехосевая головка, а под ней предусмотрен рычаг регулировки, который поднимает и опускает центральную штангу. Ножки телескопические, что позволяет подобрать оптимальную высоту съемки от 61 до 165 см. Обратите внимание, что на центральной штанге имеется крюк для подвешивания груза, с помощью которого устройство можно утяжелить для большей устойчивости. На самой штативной головке предусмотрена ручка для управления наклоном и поворотом установленной камеры. Также есть возможность полной фиксации движения головки и рычажок для крепления быстросъемной площадки. Помимо фототехники и видеокамер, на штатив можно водрузить проектор, освещение, микрофон и другие совместимые аксессуары. Что в итоге? Hama Action 165 3D – недорогой, но высокий штатив, который еще и комплектуется чехлом для транспортировки устройства на плече. К тому же в конструкции трипода установлены все необходимые конструктивные элементы, чтобы начать работу с аксессуаром прямо из коробки. We'll be right back.